Второй сезон сериала «Борщевик против топинамбура». Итак, действующие лица и исполнители. Это Борщевик. Если его присмотреться, на заднем плане Борщевика достаточно много. И он стоит хорошей стеной. Там, правда, уже поднялись деревья, и они перекрывают Борщевик сзади. Но там его много. И второй актер — это у нас топинамбур. Вот он стоит у нас тоже стеной, тоже на переднем плане. Закрывает нас от того борщевика, который сзади. Вот он наш топинамбур, вот он наш актер номер два. Ну что могу сказать, в прошлом году вот эти все топинамбурные рядки, они сажались просто полосками. Здесь было две полоски топинамбура. В этом году топинамбур уже стоит спиной, стеной. Но самое интересное, в этом году борщевик поднялся значительно раньше топинамбура. Уже стоял где-то, ну, метровый не скажу, но более полуметра стоял борщевик, и не было даже следов топинамбура. Но постепенно в траве появились его ростки, и сейчас он уже тоже порядка полуметра. Топинамбур у нас стоит. Стоит по всей стене. Стоит, он даже пытался пробиться к моим елкам. Но я это дело пресек и прокосил дорожку. Вот такие исходные позиции у нас. Топинамбура много. Топинамбур поднялся. Посмотрим дальше, как это все будет работать. Ну, как будет работать? Для меня задача, чтобы именно топинамбур глушил, забивал, ну, душил, что ли, борщевик. Если это будет происходить, то это, собственно, все, ради чего эта каша затевалась. То есть моя задача была посадить по задней стенке огорода, это именно задняя, считайте, задний забор моего огорода, посадить топинамбур и отгородиться от борщевика. Если это произойдет, значит, моя теория сработала. Ну, как-то так.